еще раз, здесь собрались, наверное, люди, которым этот проект близок в большей или меньшей мере, художники, дизайнеры, реставраторы, архитекторы. Я начну с того, что сегодня действительно ровно пять лет с момента, когда я совершенно случайно, можно сказать, сделал первый табурет. Бывает такое. Это табурет номер один. Он имеет традиционную английскую расцветку. Этот цвет British Racing Green, типичный для английских спортивных автомобилей 50-х, 60-х годов. И, в общем-то, был всего лишь утилитарным решением потребности в табурете в хозяйстве дома. Но произошло так, что какой-то вкус к этому процессу преодолел утилитарную необходимость в этих табуретах. И уже к Новому году вот и Кирилл Владимирович даже получил свой новогодний подарок. Табурет из коллекции «Отдохни». Надо сказать, что вещи эти не блещут совершенством техническим. Действительно, те, кто ждут от этих изделий какого-то, наверное, лоска, какой-то лощеной такой выточенности там, деталей, покраски, наверное, они будут ждать этого еще долгие годы, прежде чем мы достигнем вот того, чего они ждут. Наверное, это действительно дизайн или где-то какая-то такая арт-живопись по коллажная по мебели, по заготовке, которая преследует несколько другие, может быть, и цели. Цели зафиксировать какое-то цветовое, мгновенную вибрацию душевную, то есть вот то ощущение цвета на тот день, на тот, может быть, на ту неделю, когда возникает вот потребность сделать табурет именно этого цветового решения. Потому что многие из вас прекрасно чувствуют цвет как художники и живут цветом, и я в этом не сомневаюсь. Здесь присутствуют ярчайшие люди современности, живописцы, художники, дизайнеры. И цвет, конечно, несколько выпадает, надо сказать, сейчас из какой-то такой струи очень рядового, может быть, даже коммерческого дизайна в какой-то мере, потому что с ним не всегда просто и в интерьере с этим цветом, и спокойные, сдержанные расцветки на каждый день более уместные и более подходящие. Поэтому здесь вещи немножечко выпадают, наверное, из тенденций. И в этом, кстати, я не буду скрывать определенный затянувшийся, скажем так, отсутствие какого-то коммерческого пока успеха у этих вещей. Вот, они идут из глубин души, как из потребности, нереализованной вот, в живописном полотне. Я бы сказал так. Вот, но, тем не менее, вещи эти за 5 лет, друзья, вот это стоит или 99-й, или 100-й, или 101-й табурет. Он вот еще, видите, он еще свеже окрашен, поэтому я прошу на него не садиться. Цифра 7 еще прилипает к одежде. Вот. И здесь проект развивался такими, наверное, какими-то корпускулами, какими-то такими рывками, да, как и все в жизни. Ничего ровного и стабильного, что называется, здесь нет. И надо сказать, что в основном проект разделился довольно рано на 4 самостоятельных коллекции. Вот это очень важно. Чуть позже я расскажу подробнее о вдохновении. Это коллекция «Отдохни». Это мебель для людей среднего и пожилого возраста. Спокойных расцветок, лишенная яркой колористики, которая, вот, мне кажется, классический представитель. Вот барные табуреты 17-18 года. Новые относительно. Для спокойного отдыха на природе, за городом, вдали от шума. То есть такая коллекция, может быть, из устаревшего стиля «Прованс». Вот где-то я бы сказал так. Хотя мне сейчас все говорят, все, «Прованс» ушел, какой «Прованс», перестать все это делать.
Но я буду делать. Чем больше люди меня отговаривают это что-то делать, друзья, тем больше хочется. И мне постоянно говорят о провале, о коммерческом неуспехе, что это никому не нужно, эти табуретки, ты смешишь людей. Что, то есть что, как, вот все хотят жить нормальной жизнью среди дорогой мебели, сделанной в Италии, во Франции, да, привозной, с красивыми брендами, этикетками. А ты строгаешь как бы это барахло, значит, как бы тешишь свое самолюбие, и к чему это вообще все нужно. И вот чем больше люди, это я им спасибо говорю, потому что когда вас в чем-то отговаривают, помните, вы на правильном пути. И вот здесь пусть Владимир Фролов, великолепный редактор, главный редактор журнала «Проект Балти», одного из самых сейчас, наверное, активно развивающихся, да, журналов. Мы с ним активно сотрудничаем, и он уже не раз делал публикации. И Владимир отметил десятилетие журнала. Вот пример яркий из истории. И вот Владимир тоже рассказывал на своем юбилее, что все сверстники отговаривали, говорили, что журнал сделать невозможно. Это просто забудь об этом. Не теряй время. Работай и зарабатывай деньги. И сейчас это один из крупнейших порталов о северной архитектуре. Вот, но это я отвлекся. Вторая коллекция, друзья, вот сейчас наиболее бурно развивающаяся, это коллекция «Вперед», друзья. Это спорт. Это расцветки спортивных исторических автомобилей 50-х, 60-х годов. Это американские muscle cars, да? Это мало-мало, я привез очень мало. Это мотоциклы, да? Это спорт, конечно, друзья. И вот странная, конечно, может быть, на первый взгляд затея, попытаться в такой статичный, на первый взгляд, да, предмет, как табурет, но я почему-то увидел, что дизайн должен быть один, вот абсолютно один, да, но настроение, которое можно создать, как мне кажется, это, конечно, цвет, это вот вибрация и ритм цветовых отношений контрастных, и это неизменная вот именно спортивная тематика. Потому что было много побед, было очень много красивой живописи вот на теле, так сказать, стальном теле боевых машин прошлого. И мне кажется, тема немножко такая, ну, не то чтобы забытая, но как-то выпавшая как-то из современной культуры. Хотя Энди Уорхол, мне кажется, вот он сделал очень много, чтобы рекламу и какую-то такую эстетику, может быть, наносную, временную, модную, коммерческую, да, попытаться сделать искусством. И, наверное, вот это тоже одна из таких попыток как-то воскресить это и на контрасте, да, может быть, поэкспериментировать. Да, вот, кстати, интересная была фотосессия в доме Блока, Александра Блока на Монетный, дом 9, когда... Здесь вот пара, друзья, интересных постеров. Посмотрите, пожалуйста, вот квартира над квартирой Блока, вот там на заднем плане, да? Максим Симонович, художник, фотограф, дизайнер, сегодня он чуть позже будет. Вот эти вещи, это из коллекции, посвященной французской революции. Ну, 14 июля бывает, наверное, каждый год, да? Но настроение июля... очень мощное, оно дает очень много красок, да, взрывает как-то изнутри меня. И вот Франция мне не безобразна, так скажем, симпатичная страна. Париж – любимый город. Поэтому, да, вот французский флаг, он, конечно, присутствует в некоторых моделях. Да, вот это просто шедевр. Это вот автомобили, вот, как бы, я считаю, иконы стиля. Иконы и колористики, иконы технического совершенства своего времени. Автомобили именно, как правило, где-то конца 50-х до самого конца начала 70-х годов. Вот так вот. И вот эти машины, они, их расцветки, вот четыре логотипа, четыре коллекции, сейчас о них расскажу дальше,
они легли в основу расцвета коллекции «Вперед». Третья коллекция – это коллекция, друзья, «Танки идут». Это стиль милитари, да, это звезды. Сегодня они слабенько у нас представлены, на многих уже сидят. Но вот яркий представитель, да, ну вот это, как правило, какая-то такая немножко, это нетипичная вещь. Это и такие милитаристские зеленые расцветочки, они сейчас, может быть, вот слева, друзья, вот рядом с милицейской машиной ГАИ, там вот это промелькнуло. Да, друзья, вот настроение какого-то брутальной потребности вот в чем-то таком мрачном, немножко брутальном, тоже бывает, чтобы немножко успокоиться. И это тоже важно. И вот четвертая коллекция, друзья, которая появилась в конце, буквально пару лет назад, коллекция «Швартовый». Вот она появилась, в общем-то, на волне какого-то летнего отдыха, там у воды, каких-то настроений, яхт, вот какого-то вот такого вот флера летнего отдыха на воде. И она выражена, друзья, двумя расцветками. Это расцветочки в виде стилизованных флагов управления на воде яхтой, да, которыми шкиперы обмениваются во время движения. Они вот имеют такую типичную крестовую расцветочку, ну и мотивы. И второй, наиболее, мне кажется, характерный, это искусно полученные фактура яхт 50-х-60-х годов на основе яхтенного лака, который вот Павел Сергеевич Кулаков, дизайнер, большой поклонник яхтенного спорта, посоветовал мне использовать. Он сам об этом уже не помнит. А я все помню. И вот действительно мы, Пашенька, увлекались яхтами. Помнишь, в 2000-х годах ты делал интерьеры в этом стиле. И это у меня как-то отложилось, можно сказать, в подсознании. Хотя тогда это ни в чем не выразилось. И вот я думаю, что вот такие вот плохо покрашенные, с подтеками, вот этот тик, махагоневое дерево, типичное для яхт тех лет, попытался я как-то в нескольких моделях. Кирилл Владимирович Яковлев даже подарил директору научно-исследовательского института военно-морского флота, первому лицу, да, можно сказать, в огромном производственном отделе, который строит корабли, танкеры, нефтеналивные суда, на юбилей, на 85 лет, преподнес великолепный табурет из этой коллекции. Да, друзья, давайте продолжим. Совсем новая... Что случилось? Совсем новая вещь, конечно, это столетие Великой Октябрьской революции. С этим нельзя было не считаться. И я тут как-то на выходных в ноябре попал, ну, как случайно, можно сказать, попал на феноменальнейшую выставку в Русский музей, в корпус Бенуа, которую вы еще успеете посетить, посвященную столетию, где великолепный фарфор, значит, вот Ломоносовского завода, скульптура, майолика, посуда, предметы дизайна, живопись, все посвящено тематике, технике и событиям, героям революции, заканчивая 30-е и 50-е годы, вот период сталинский, да. И вот я вышел оттуда, меня просто разрывало. То есть там такое буйство цвета, действительно феноменальный период в отечественной живописи и искусстве, хотя его как-то недооценивают, непонятно, где это вообще все было. Там феноменальные залежи совершенно. Купил сразу же в Доме книги квадратные блокноты, где-то 5-10 эскизов, пока вот сделал только одну вещь, это выстрел «Авроры». Вот настолько мощный толчок, я вышел оттуда, меня просто распирало, я не знаю. Сейчас немножко успокоился. Но это, конечно, коллекция «Танки идут», потому что это такая тематика достаточно сложная. Сложная тематика. К революции относится неоднозначно, я скажу. Да? Не все еще воспринимают это как историю. Многих боль, там, как война, все это как-то политические. Но мне кажется, что надо над этим возвыситься и отнестись к этому событию немножко выше, посмотреть на него как на
определенную историю, и ее, к сожалению, уже не изменить. Последние, друзья, действительно, последние модели, последние эксперименты, конечно, заключались в том, чтобы ввести нумерологию, да? То есть цифра очень важна для нашей жизни, да, это не только номер там спортивного автомобиля, это возраст, это может быть какие-то ассоциации, у всех есть любимые числа, да. Вот 22, я считаю, это число очень мощное, это число Росси, число, вот на котором, например, Карл Иванович построил целую улицу, да, рядом с Александринским театром, где 22 метра ширина, высота 220, длина, то есть у всех разные ассоциации, но важно другое. Да, важно, что, конечно, эти эксперименты не сразу они получаются, но второе, конечно, это, друзья, барный табурет. Вот, то есть пока, до сих пор это был достаточно средний и вот малый детский масштаб, и вот пришли как-то силы, чтобы сделать уже вещи для взрослого отдыха, так скажем, да, потому что все-таки бар – это алкоголь, да. Алкоголь – это плохо, вещь спорная, да? Многие осуждают. Зачем? В стране, где нужно, наоборот, бороться с алкоголизмом, где стоят вообще проблемы такого масштаба на уровне здравоохранения министерства, да? Выпускать на рынок вообще вещи, которые толкают человека к нездоровому образу жизни. Понимаете, барный табурет не только для того, чтобы сидеть у барной стойки. Мне кажется, это вещь, на которую удобно просто взобраться и посмотреть чуточку выше. Я сделал вот для нашей с вами сегодняшней встречи, я к ней готовился, Кирилл очень долго вот, готовился. Но, знаете, и вот Юрий Иванович Даниленко, наш великолепный столяр, который... Кириллович, Юрий Иванович здесь? Он отъехал. Друзья, Юрий, я не успел его просто представить. Да, он сделал два образца из трех здесь присутствуют. Это стандарт 75. Мне казалось, что надо сразу как бы удивить мир. Но на днях я, уже завершая эти модели, понял, что одна пожилая женщина в стоячей чебуречной на Владимирской вообще не смогла на него взобраться. То есть и я с удовольствием уступил, и потому что ограниченность по возрасту и как бы какая-то в этих вещах есть не то чтобы, ну, какая-то препятствие, они все-таки на грани. И поэтому, друзья, я понял, что на самом деле людям нужен 65-й табурет. Вот он, друзья, он практически чуть выше ваших табуреточек, но он одинаково подходит и как низкий столик, и как какой-то такой вот уже вариант для стойки барной 90. Потому что это подходит только для барных стойки 110, а этого везде не в каждом баре найдешь. Друзья, я хотел пару слов сказать, пока у нас еще есть время, и рассказать вообще об истории. Вот сейчас такая некая предыстория, может быть, немножечко сразу в лоб. Но вот я справлюсь. Вот, хотел... Сейчас... Показать вообще, многие спрашивают, откуда вообще все это, зачем? Вот. Я задумался, зачем, откуда, почему, и понял, что есть несколько источников вдохновения, наверное, которые толкнули, ну, изначально, да, которые толкнули на создание этого проекта. Это, конечно, русская деревянная усадьба, друзья. Я долго думал, почему? Вот, друзья, усадьба Набокова. Один из шедевров русского классицизма, которому сейчас где-то 220-230 лет уже исполнилось, который горел в 95 году, вот сейчас воссоздан в 80 километрах от Петербурга. Это деревянный классицизм, то есть вещь, казалось бы, которая противоречит сама себе, где каменные формы классической архитектуры вроде бы то есть требуют именно камня, да? Но тем не менее осталось несколько памятников, которые сделаны в дереве. И вот эта спокойная колористическая гамма, которая, наверное, наилучшим образом воплощена в модели
Да, спасибо, Ольга. Вот в этой как раз модели, вот, она и там и выразилась. С другой стороны, да, это, наверное, шире, это и дача его величества, деревянный великолепный особняк. Вот мы недавно его посетили с Владимиром Фроловым, даже сделали экскурсию на этот памятник, там, настолько он выпирает, да? Ну и, наверное, Дорика, друзья, вот русская Дорика, да, вот эта мощь, вот эта мощь. То есть мне кажется, что табурет – это малая архитектурная форма, да, в мебели. Это простейшая, это ротонда, да, это какая-то латерна, это фонарик. Это элементарная строительная конструкция, может быть, даже восходящая к греческой архаике, потому что первые храмы деревянные, то есть они были именно в дереве, да. И вот храм супруга Благодетеля, я считаю, что это мощнейший источник для вдохновения вообще жить, работать, трудиться. Это такой маленький, но бесконечно мощный, понимаете, памятник, вот из которого вот мужская мощь, да, Дорика, архаическая такая, постархая, она прямо, я не знаю, я не могу мимо него ходить, стараюсь туда не ездить. Хочется его снова снимать, понимаете, снова переснимать. И вот мы с Кириллом Владимировичем совершили вот паломничество по таким усадьбам прошлым летом, по 10, да, Кирилл Владимирович, по 10, да, больше уже. Еще в этом году там пяток, по вот 10, вот усадьба Раёк тоже, посмотрите, что-то здесь есть, да, вот что-то почти что бесполезное, да. Смотрите, вот архитектура, да, что это? Это пространство, да, это почти что бесполезная форма, но образующая невероятный пучок энергии, да. Вот вы встаете в центр, и вы просто космическую энергию глотаете просто не ложками, ведрами. Съездите 500 километров от Петербурга на выходных. Деревянный театр тоже пример, мне кажется, уникальный. Деревянного зодчества русской архитектуры. 1832 год, да, один из пять раз восстанавливался, горел, но, слава богу, вернулся. Поэтому вот эти вот вещи, конечно, я считаю, что это на первом месте. Дерево. Друзья, с другой стороны, вот я, конечно, может быть, повторяюсь, но это деревянные автомобили «Морган». Уникальная вещь, друзья. Автомобиль, сделанный из дерева. Автомобиль, которому бренду более 100 лет, это вот из Великобритании. Вот эта модель 1936 года, она делается до сих пор. И ее рама сделана, друзья, из ясеня. Это фанерная конструкция, да, эластичная, удивительным образом в поворотах она дает вот такую податливость, что машина повторяет полотно дороги, стелится, обладает уникальной устойчивостью. Вот, друзья, это действительно вот каркас, это все собирается вручную, и количество заказов на это вот 1909 года, первый трехколесный автомобиль. Главное, что они его сейчас возродили. И даже новые модели, они тоже, вот трехколесный более, вот сейчас их производят, вы можете приобрести и ездить. Ну, там это на фоне, это для рекламы. Вот это совершенно современный автомобиль, но в основе, опять-таки, я говорю, что деревянная конструкция и бесконечная кастомизация вот за счет вот в основе, если я не понимаю, почему там металлическая рама, детские, там взрослые и так далее. И вот эта колористика английская, такая традиционность, вот которая мне нравится, да, такой здоровый консерватизм, когда люди не сворачивают своего пути. И так же, как Porsche делает упор на автомобили с мотором сзади, уже единственный практически так и здесь. Машина из дерева, век айфонов. Ну и, конечно, друзья, это не дают мне то, что я начал уже вам рассказывать.
Это, конечно, вот 60-е, да, друзья, вот с их вот этой колористикой, с их вот этим неподдельным шармом, еще аналоговой мощности, когда люди боролись с дорогой без компьютеров, без помощников каких-то, да, вот, вот эта героика, она меня и, конечно, вдохновляет, друзья, вот эти вещи, это сейчас, безусловно, произведение искусства, да, Кирилл Владимирович, посмотрите. Вот, да, и герои, вот, которые уже 8-100 лет, которые тогда побеждали, они еще живы, потому что то, через что они прошли внутри этих машин, архитектура, безусловно, друзья. Центр Помпиду, я думаю, что это тоже. И Кирилл Владимирович даже сделал сейчас мастерскую для художников вот полностью в стиле колористики Центра Помпиду. Да, этим тоже немножко балуюсь, да. Вот. Но вот эти силуэты, вот это вот формы, чистые формы, цвет, детали, графика, друзья, суперграфика, я бы сказал так. Вот очень важное здесь понятие, это то, чтобы не относиться к наклейке, там, к полоске, да, как к чему-то временному. Действительно, в свое время многих пугают сейчас табуреты, я их показываю, и многих пугает, что у них что-то наклеено, что это как-то недолговечно, там, ненадежно, друзья. Ну, стоит ли от табурета ждать какой-то вечности? Вот тут вот тоже надо философски правильно подойти. Кстати, сейчас табуреты, Володя, вот, которые я сделал вот в конце 2012 года, каждый день их убиваем в меру. Они работают, да? А бывает, я сделал вот моему очень хорошему другу для детей, для близнецов, и он в первый день один об пол, и второй день друг и звонит. Антон, все, все, говорит, все, ничего нет, приезжай, караул. Говорит, я говорю, а что такое, Вадим? Говорит, упали со стола и разлетелись в клочки. Ну, друзья, все может сломаться. Тут тоже, то есть, ну, то, что это красиво, это не значит, что это неубиваемо. Я бы сказал, наоборот. То есть, некоторые думают, что табурет это настолько функциональная, скажем так, вещь, даже не эстетичная, а утилитарная, что вот он-то не должен ломаться, вот с ним-то надо делать вообще все, что угодно. И вот, наверное, одна из целей, друзья, этого проекта, ну вот преодолеть отношение к табурету, да, как форме вообще мебели, форме дизайна традиционного, да, который только для гаражей, да? Вот это, кстати, первый табурет под клеем. Это вот 12-й год. Не работает. Достаточно такие методы были, ну как, вот почему-то я первый фотографировал, потом, ну, первый надо фотографировать. Поэтому, наверное, вот главный стереотип, который сегодня не позволяет людям относиться к табурету серьезно, на мой взгляд, это то, что все-таки он со времен наших бабушек, дедушек подсознательно сидит не дальше гаража, кухни, заднего дворика. Это вещь, на которую надо встать, которую надо испачкать, и не жалко уронить ее и сломать. Да? Соответственно, стереотипно эта вещь не заслужила места в пантеоне дизайна. Да? То есть к дизайну, Пашенька, ее нельзя относить, потому что это просто это работяга, да? Это рабочая лошадка. Сломал, сжег, купил новую и опять выбросил. Вот. И вот это, наверное, вот то, что как-то отношение к этому хочется, может быть, где-то поменять. Да? Поменять. Ну вот. Молодец.
Молодец. Дети, друзья, молодец. Вот правильно. Правильно. 90% уверены, что ярко раскрашен табурет – это все детям. Даже если они 65, это все равно детям. Да. То есть детская тематика вот такая, да. И вот пару лет назад я решил для себя, как-то было вот, видимо, нечем заняться, да, времени навалом. И решил вот, ну, женщины, конечно, 8 марта, да. Обязательно, да, это было, и это было необходимо. Вот здесь вот, да, вот остановлюсь. Это наиболее крупный, реализованный, коммерчески успешный проект 2015 года. Расскажу его предысторию. Значит, в 2015 году в Петергофе, друзья, открылся детский образовательный центр внутри фермы детей Николая II, в которой эти дети знакомились с животными, учились их кормить, там доить, убирать за ними. И вот в этом домике с таким кордонерчиком замкнутым сделали детский образовательный центр. В него понадобилась мебель. И как-то совершенно случайно мы в этот проект впрыгнули. Анна Серо, Петр Березин очень помогли, конечно. Вот. Времени совершенно не было. Сроки были жесточайшие. Количество огромное, 16 одинаковых. Ну, я что, машина? Я что, печатный станок? Вам табуреты? Ведь это уже не искусство. Поэтому, друзья, я вам честно скажу, мы купили 16 стульчиков Икея и покрасили их. За 2 недели. Это был кошмар, который я даже вспоминать не хочу. Но это был совершенно успешный коммерческий проект. Да, да, вот спорт, друзья, вот отношение к спорту, опять, вот с Павлом Сергеевичем у нас постоянно философские споры на этот счет. Вот спорт – это эстетика или это чисто функционал для здоровья, да? Вот Павел считает, что спортом надо заниматься в отдельно отведенных местах, закрытых от посторонних глаз. Там можно выглядеть как угодно. Любой. И чтобы люди в этом не участвовали, да? У меня совершенно другое мнение, друзья. Вот это все начинается с философии. Что я считаю, что спорт надо пропагандировать, Юленька. Его надо пропагандировать, да? То есть эпатаж... Антон считает, что все, чем занимается, надо пропагандировать. Нет, вот... Поэтому я считаю, что табуреты, да, это такая мягкая форма пропаганды здорового образа жизни. Они ассоциируются ни с курением, ни с наркотиками, там, с алкоголем, да? Только спорт, движение, отдых. Я не вижу в этом ничего плохого. Вот, кстати, коллекция «Отдохни». Вот Анастасия, это в Мухинском училище небольшая выставка художественная. Вот, вы видите, да? Вот этот табурет, по-моему, упал потом и разлетелся для девочки. Вот это шоу-рум на Марата 20, друзья, вы всегда можете заехать, это тут неподалеку. Я посмотрел фильм «Инспектор ГАИ» с Михалковым и решил сделать табурет в расцветках милиции 70-х. Потом была модель «Улыбка Пхеньяна». Вот, кстати, вот видите, вот... Ну, вы понимаете. Вот спорт или комфорт, друзья, это философский диспут. Выходные, как их потратить, да? На диване с любимым котом или, да, заняться. Понимаете, это все очень сложно. Вот счастливый отец, обладатель. Он сам, друзья, спроектировал эти табуреты на сайте табурет.спб.ру. Все сделал. Это такой умный пользователь интернета, профессиональный. И прислал мне заявочку друг, коллега Игоря Гришина, вот, и счастливый, можно сказать, уже коллекционер. Дальше, друзья, немножко еще дальше. Да, из нового,
Ну, детская ферма, да, что это такое? Да, это проект. Это проект, вот, это действительно существует. Я в это до сих пор не верю, что кому-то это понадобилось. И современных преподавателей не испугала даже явно патриотическая такая сталинская расцветка, напоминающая самолеты. Мальчику плохо, видите? Вот шел процесс. Вот, то есть, ужасно, да? Ужасно. Мне тоже многие советуют не показывать, как их вообще делают. Потому что люди просто отвернутся навсегда. Но результат достаточно, как бы, пока никто не звонил. Что там даже, я думаю, что несколько сломали, но жалобы не поступали. Выставки, друзья, нет, это не значит, что мы совершенно не участвуем ни в каких выставках. Нет, вот первое, это Павла, вот коллега, коллега Павла из Союза дизайнеров, вот была такая выставка «Рецепт Фрейда», где возникла идея выставить такую композицию. Вот выставка в Линэкспо, где выставили сразу и машину, и табуреты. Такая аллюзия на тему 70-х. Причем машина не проходила катастрофически в ворота, там, это был кошмар. Это «Аквариус», выставка «Колобашин», «Рашен Колобашин», «Рашен Колобашин», это сеть, такое название, я тут ни при чем. Анна Савут и Анна Артемьева вдвоем с порталом disbook.ru вот устроили такую заварушку, что ничего не работает. Да, и вот выставка уже последний «Дизайн и декор», где на стенде «Стандарт интерьер» с Анжелой Вичко удалось вот запечатлеть такой момент. Вот «Рашен Колобашин», это «Аквариус», странная композиция, да? Спасибо. Последний «Модулор», вот, вот огромные надежды. Я, конечно, возлагаю на этого человека. Это Алексей Владимирович Овинников, главный дизайнер первой мебельной фабрики, старейшего мебельного производства Санкт-Петербурга. Старейшего. 1945 года, когда решили восстанавливать отечественную мебельную промышленность, было создано государственное унитарное предприятие, которое прошло все конвульсии, там, соответственно, августа 91 года успешно и превратил в закрытое акционерное общество. Сейчас оно производит. И вот Алексей Владимирович возглавил сейчас уже дизайн-центр и проектирует новые современные модели. И его почему-то заинтересовали табуреты. Ну зачем? Небольшой перформанс, такой столкновение культур в Анненкирхе. Кирилл Владимирович Яковлевич сейчас реставрирует церковь на Кирочный, дом 8. Девочка, когда она откроет свои двери? Ага, спасибо. Мы будем надеяться, потому что сейчас церковь предстает в таком совершенно драматическом виде. Но вот случайный кадр кого-то из коллег, конечно, радует. Сергей Медведников, наш друг, да, Пашенька, владелец сети клубов сигарных «Э-клаб», великолепный коллекционер, элегантный курильщик. Вот он дарит нам периодически яхтенные такие вылазки. И вот мы с Кириллом Владимировичем решили украсить мероприятие на свежем воздухе табуретами, автомобилями. Анжела радует нас своими декором на Веленском переулке, и мы тоже сделали такой вот совместный проект. Вот Тимур Орлов, присутствующий здесь. Тимур, бессменный посетитель наших экскурсий по затерянным храмам-усадьбам, вот меня осчастливил, так сказать, своим присутствием на модулоре «Улыбка Пхеньяна», друзья.
Вот несколько лет назад была потрясающая мода на Северную Корею. Я думаю, что она продолжается сейчас. Сегодня Павел Сергеевич прислал мне утром, значит, съезд, выступление Ким Чен Ына, вот, да, отца, нового отца, сына, внука. И вот, да, действительно, вот этот флаг, ну, это мощнейший такой, такая аллюзия и некоторый сюрреализм в то, что, может быть, с нами больше никогда не будет, да? Если бы мы допускали хоть один из тысячи шансов, что в России будет снова коммунизм, я думаю, мы никогда бы не повторяли эту символику. Понимаете, я бы это никогда не сделал. Но я уверен, что, наверное, этого все-таки не будет. Просто да, с коммунистической символикой, с ней надо быть очень осторожным. Вот это я знаю. Но, видимо, недостаточно хорошо. И периодически я прибегаю к этому, потому что это очень мощные образы, мощные символы. Да, яхтенная регата. В каком году? 15-й, да? Каждый год. О, да, спасибо. Кубок адмирала Скрыдлова. Да, мы сделали вот первым трем победителям. Это приз за первое, второе, третье место. Как раз из коллекции Швартовой. Сергей настаивал на этом. Вот. Вот это загар такой, да? Летний загар. Да, друзья, и хотелось поделиться, конечно, вот последними, так сказать, интересными моментами. Последними моментами. Чем тут поделиться? Уже все перепутал. Съемки какие-то. Выставки. Здесь что? А, да, да, друзья, вот коллекции, конечно, да, вот ассоциативный ряд, вот образный ряд, вот эта хулиганская коллекция «Вперед», вот то, что я называю для людей среднего и пожилого возраста, коллекция «Отдохни», спокойная, неторопливая классика, все, только отдых. Да, вот, и вот пастельный тонант, друзья, хулиганская коллекция «Танки идут», да, безумные милитари, вот такие вот брутальные расцветочки. Иногда бывает, согласись, даже у девушек такое настроение, хочется вот по полной, что называется. Вот, друзья, вот, вот, смотрите. Вот это вот абсолютное и швартовый, да, Пашенька? Вот твой посыл. Твой яхты, махагоневое дерево, тик. Вот, и это вот будущий табурет Игоря Гришина. Игорь вот ждет, уже он заказал, он ждет. В 2018 году он получит. Понимаете, друзья, я не быстро их делаю. Вот, смотрите, за 5 лет, Кирилл, я сделал 100 табурет. То есть средняя скорость 20 штук в год. Ну, нет, конечно, мне не завоевать рынок мебели. Я понимаю, это прекрасно. Даже при том, что помогает Юрий Иванович. Да? Рывок мы с ним сделали, с нашим, я называю его придворный столяр, да, Кирилл Ильич? Он и для вас там все строгает. Человек просто оркестр. Вот. Друзья, вот с этим табурет связана потрясающая история. Значит, на Вознесенском проспекте наша с Павлом Сергеевичем очень хорошая знакомая Наталья Шерстнева, художник тоже, дизайнер, открыла свою художественную галерею. Вот, и мы как-то подружились, и я как-то выставил с какой-то выставкой небольшую там композицию. Там, ну и поехал в институт преподавать. И она звонит, звонит, а я лекции, я не могу, женщины требуют знаний. Перезваниваю, говорит, ну все, вы опоздали, я говорю, что случилось? Пришлось ваш табурет продать. Я говорю, как продать? Выставочный образец. Говорит, что мальчик пришел, мальчик с бабушкой и дедушкой. И вцепился в этот табурет, сказал, что он никуда не уйдет, пока его не купят. Бабушка говорит, ерунда, все это купим, там что-то другое. Все, это было очень серьезно, валялся по полу, начал картины там задевать. Все, и чтобы ущерба не было, вот Наталья все продала там за небольшие деньги, чтобы только вот сохранить галерею.
Ну, и я уже понял, что, ну, бывает, ну, что сделаю. Хотя это в день открытия Олимпиады 23 февраля 2014 года я его сделал. Это была памятная вещь. Ну, что делать? Скорая помощь, да, расцветки муниципальных служб, да, пожарные, конечно, да. Вот, ну, конечно. Друзья, фильм, вы его любите, знаете, 69-71 год. Это Стив МакКуин, потрясающий актер американский, да, который соединил в своей судьбе страсть к спорту и актерскую карьеру. И вот это повторяет расцветку его автомобиля Porsche 917, в котором он там весь фильм, в общем-то, себя расходует как профессионал. Ну что ж, друзья, что же в заключение? Хотелось чем-то поделиться, но вот найти не могу. Найти то, что хотел. Да, вот съемочка в доме Блока, наконец-то, друзья. Да, была такая затея. У родственников оказалась неплохая квартирка. У дальних вот обставлена так достаточно традиционно. Вот, и нам ее 5 января дали на 5 часиков. И вот захотелось сделать такую достаточно ортодоксальную, я бы сказал, сакраментальную съемку, джентльменскую такую, да, с такими вот символами. Может быть, красивой жизни где-то, то, что у нас как-то гонению подвергается. Но, тем не менее, вот на фоне красивых дочерей, там и в спальню даже нас пустили. Ну, а куда без Бентли и без пары Брок? Вот, поэтому, ну, Александр Сергеевич Пушкин, это, конечно, наше все. Вот. И в заключение, коллекция 17-го года, друзья, да, да, вот это в самом конце, знаете, и вот эти вещи, конечно, они уже как бы вот рядом. И вот идея, которая принадлежит, кстати, я поделюсь, не буду скрывать, это вот коллекция уже 18-го года. Это вещи, привязанные к конкретным транспортным средствам. И вот они здесь даже представлены. Да, это буквально автомобили-легенды в единичном экземпляре, которые имеют свою уникальную историю. Валентино Росси, это Стерлинг Мосс, 59-й год, Porsche 908, Мустанг, конечно, Шелби. Три экземпляра, представляете, машина сделана только, чтобы испытать шины, и все. Вот такие, это рекорд, видите, рекорд 55-го года, который до сих пор не могут побить. То есть Стерлинг Мосс со своим напарником вот проехал 1000 миль по Италии, да, значит, за 10 часов 7 минут 48 секунд. И после этого никто не проехал эту трассу быстрее, просто потому что уже нельзя было там ездить, уже там так все уплотнилось, там Италия разрослась, там туристы. Вот. А в 50-х, кстати, по улицам Италии, по узким улочкам была возможна вот такая гонка. И вот этот автомобиль, Mercedes SLR, его сейчас они возродили, там сделали несколько версий, постоянно к нему возвращаются. Вот это, конечно, культовая вещь. И Стерлинг Мосс у нас даже два раза присутствует. Это, друзья, ну это все, это все. Это целая история, понимаете? Генри Форд имел все в своей жизни. Деньги, миллионы экземпляров автомобилей, проданных по всему миру. Изобретатель конвейера, да, Владимир? Все. У него не было только одного. Побед на гоночных трассах, понимаете? То есть человек, который делает просто автомобили миллионными тиражами, конечно, хочет забраться на Олимп Автоспорт. Но Феррари ему мозолил глаза своими победами, и он своим миллиардным капиталом предлагает Энцо Феррари продать его бренд целиком. На что он соглашается. И когда вся делегация Генри Форда, разместившись в роскошных отелях, потратившись там уже все слюни и сопли до полу, прямо в день подписания договора отказывается, будучи капризным, таким амбициозным итальянским маэстро, просто говорит нет. Вот просто не хочу, я передумал. Знаете, что
с этим человеком происходит. И вот эта машина не была бы создана, если бы с Генри Фордом Феррари не совершил такую страшную вещь, эмоционально его не подорвал. И он вложил просто вся корпорация работала, чтобы построить эту машину. Это Ford GT40. В 1966 году три машины занимают все места в Лимане. Это 24 часа гонка. Она начинается в день взятие Бастилии 14 июля всегда в 16:00 каждый год. Вы можете увидеть по телевизору. И вот эта машина вдруг вообще, да, от бренда, который делал, ну, не газонокосилки, но Форте, это все-таки машина на тиражная, да, это машина, поставленная на заработок, на тираж, да. И ему удается сделать невероятную, конечно, легенду, да. Каждая машина по-своему, мотоцикл знаменитого 9-кратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси, конечно же. Машина личная Стерлинга Мосса 61-го года, Феррари, пятый в 10 самых важных Феррари 20 века вообще, как бы, из всей истории. То есть вот эти вещи, которые, наверное, тоже заставляют меня как-то шевелиться, там, ездить на древозаготавливающую базу какую-то, там что-то, да. Ну и каждый год вот этот день взятия Бастилии, видите, это, конечно, важный день. Это важный день. Мода, друзья, мода есть в цвете, я признаюсь, падок. Вот эта расцветочка именно 17-го года, вот серая с желтым, довольно странная вещь, но она... Конечно, была и есть, и сейчас все почему-то делают, даже уже садовые там ножницы, уже вот серые с желтыми, я смотрю, уже пора делать табурет. Дальше тянуть нельзя, да. Да, Павел Сергеевич постоянно говорит, ну хватит эти ровные полосочки, нужно делать живопись. Нужно, я бы сказал, уже идти дальше, да? И вот я уже говорил, что, может быть, Пашенька, вот я для тебя это сделал. Это первый табурет из коллекции, посвященный столетию Великой Октябрьско-Социалистической революции. Покажи, пожалуйста. Вот. Вот это вот, видите, табурет, вот который «Выстрел Авроры» я назвал, да? Давай. Ну, вы потом подойдете, все посмотрите. Вот. Ну, не знаю, получилось это, не получилось, но это, конечно, вот, ну вот, да. Ну, все устали, я понимаю. Как-то хочется точку какую-то поставить уже в этом всем ужасе. 40 фер и табурет. Ну вот, да, Дашенька Седова сегодня поздравляла, не смогла прийти. Ну, тоже счастливейшая обладательница. Очень любит Италию, и вот я не нашел ничего уже лучше, чем вот подарить ей вот такую вот вещь. Ну, что хотелось в заключение сказать, друзья? Не знаю, что сказать. Сказать, да, наверное, вот это само собой. Наверное, друзья, вот... В чем, знаете, спрашивают, когда подаешь статью научную на конференцию, там цель проекта, там или что-то такая формальность. Зачем это все нужно, да? Может быть, у людей творческих, умных не возникает такой вопрос. Я думаю, у вас уже ни у кого не возникает. Но вот, наверное, вот хочется преодолеть какое-то сопротивление всегда, да? Вот хочется, может быть, пойти где-то против течения. Хочется преодолеть какой-то стереотип отношению, то есть к вещи, которая до сих пор не заслужила места в пантеоне славы отечественного дизайна, потому что табурет – вещь очень литературная, да? Это вещь, на которой сидели все метры, значит, русской, советской литературы, которая прошла нитью, да, через весь 20 век советского быта, и эта вещь как бы и осталась, да, в этом прошлом, которая уже сегодня, конечно, стала историей. Но сегодня человек не настолько, может быть, присытился комфортной, современной жизнью европейской, да, чтобы посмотреть на эту вещь уже как на ностальгию. Нет, большинство к ней еще не готовы, я готов признать это, да, вот, но
Это состояние как бы общества, я думаю, что оно впереди, когда мы сможем преодолеть вот стереотип, что табуретка – это из бедного советского какого-то убогого быта домостроевского, там, коммунального, да? Коммуналка, вот какие ассоциации у вас с табуреткой? Коммунальная квартира, бедность, убожество, залитая каким-то соком сливовым из трехлитровых банок, что-то там, какие-то рассада, то есть… Какой-то ряд, понимаете, такой. Вот у меня такие ассоциации. Видите, вот, и вот мне самому же хочется преодолеть, понимаете, вот это отношение к табурету как к какому-то забытому последнему предмету мебели, который все шишки, все синяки и все он получает как бы первым, да? Нет, я считаю, что он достаточно отработал свой ресурс в нашей русской истории мебели, да, чтобы сейчас немножечко подняться в своем статусе, да, и привнести в него уже какую-то художественную основу, чуточку придвинуть, может быть, его где-то даже, ну, замахнусь, скажу, к искусству, да, хотя... Говорят, что когда вещь получает эту расцветку, она становится бесполезной, на ней жалко сидеть. Ну, как, это какой-то декор, зачем ты это делаешь? Ну, вот это все, конечно, очень спорно. И люди говорят правду. Мы не можем не прислушать тому, что говорят люди. Но главное же всегда слушать их и делать то, что мы считаем нужными. Да? Продолжать идти вперед. Итак, друзья, сегодня исполняется 5 лет. Спасибо, что вы все пришли, все ужасно устали. Сейчас еще не все. Спасибо. Вот Ольга, наша хозяйка, Ольга предложила мне потрясающую идею, затею. Сделать небольшую вещь, да, Ольга? Это сделать, чтобы все собрали визитные карточки. У вас же там... карманы набиты, в какой-то бидончик, да, в ведерко. А тут предлагает роскошь. Да. Друзья, я хотел бы в честь все-таки юбилей 5 лет, мне кажется, сделать, да, собрать в какое-то ведро.